Уже через пару часов у этих ребят, одетых в непривычную еще школьную форму, начнется новая жизнь. С нескрываемым волнением они ждут первый звонок, и каждому не терпится приступить к урокам. Во многом это заслуга родителей, которые ежедневно проводили с детьми разговоры по душам. Всячески подбадриваю, говорю, что ничего страшного нету в школе, в обучении, что это очень интересно, познавательно, и что мы будем всегда с тобой рядом, и если что-то будет сложно и непонятно, да, мы всегда тебя поддержим. Но есть и те, кому не впервой сидеть за партой. Роман Урывский учился в так называемом нулевом классе, поэтому в школьной обстановке чувствует себя вполне уверенно. Было рисование, азбука, математика и... Мы писали в тетрадках. Мама твоя волнуется сегодня? Да. А как это ты понял? Почему она волнуется? Потому что она мне на днях говорила. Что говорила? То, что она волнуется. Конечно, этот день особенный не только для детей, но и родителей. Тут даже можно спорить, кто сильнее переживает. Во-первых, ребенок первый раз идет в школу, я не знаю, как она будет себя проявлять там. Но она у меня очень бойкая, поэтому я думаю, она... справиться со всем. Очень волнительно отправлять всегда ребенка в первый класс. Не обойдется и без нововведений. Во всех школах страны учебная неделя начинается с классного часа «Разговор о важном», посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят. Главные темы – патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, а также нравственность. Вы понимаете, как так хорошо, что мы вернулись к этому, к милосердию, мы вернулись к доброте. И вот это новое. А самое главное, мы гордимся, когда теперь поднимается флаг, и мы поем гимн. Центр образования уже это реализует из прошлого учебного года, да? Но для этих первоклашек это будет, конечно, новое. Впрочем, с воспитанием у этих ребят никаких проблем. Они уже на зубок знают правила, которые следует соблюдать в школе. На уроке нельзя разговаривать. Еще нельзя просто говорить. Надо поднимать руку, а не сразу говорить. Ну а теперь им остается следовать главному правилу школьной жизни – учиться, учиться и еще раз учиться. И тогда никакие экзамены им будут не страшны. Радмир Хасанов, Ливан Задзамия, Архыз 24.